Александр, здравствуйте. Добрый день. На дворе год 2015. Расскажите, пожалуйста, где вы, где дистанционное обучение? Ну, в конце прошлого года я сейчас перешел работать в корпоративную академию госкорпорации Росатома. И перед нами стоят достаточно глобальные задачи по организации дистанционного обучения в отрасли, обучения руководителей. Я могу сказать, что 2015 год, на мой взгляд, это год, который породит определенные задачи для всей отрасли дистанционного обучения. Сейчас все больше и больше становится значимым именно мобильное обучение. То есть это разработка мобильного контента, каких-то приложений, фоллоуапов, те порталы, которые мы привыкли. Это образование глобальных обучающих порталов. Есть широкие примеры в отрасли, например, портал обучения, который запустил Сбербанк, который доступен для всех абсолютно людей. Это открытые порталы, которые позволяют иметь доступ к большому количеству электронного контента и курсов и позволяют вовлечь пользователей в процесс самообучения, в процесс его развития. Но, на мой взгляд, это достаточно амбициозная задача. Посмотрим, как наша страна справится с ними в 2015 году. Александр, я очень надеюсь, что мы продолжим с вами общение на вебинарах на сайте HRM и в блоге технологии e-learning. Спасибо.